Накануне спасателям поступил звонок от сотрудников полиции. В районе лестницы к навесному пешеходному мосту возле остановки «Рынок», говорилось в сообщении, ощущается неприятный запах, источник которого неизвестен. Для того, чтобы обследовать место происшествия, спасателям пришлось в альпинистском снаряжении спускаться в бетонную нишу под мост. В узком проеме было обнаружено тело мужчины. Спасатели передали его сотрудникам следственных органов. Личность погибшего и обстоятельства дела сейчас выясняются.